Добрый вечер, уважаемые любители музыкального искусства, дорогие гости театра. В этот важный для нас с вами особый день значительного события в художественной жизни города вас приветствует министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский и генеральный директор театра Андрей Александрович Борисов. Дорогие друзья, у нас сегодня знаменательный вечер. Сегодня вы увидите как бы мероприятие два в одном. С одной стороны, замечательный симфонический концерт, а с другой стороны, это шоу. Потому что презентация, мы впервые услышим, как звучит акустическая ракушка при полном зрительном зале. Потому что она может раскрыться только тогда, когда зал полон. Я счастлив, что это так и есть. И я надеюсь, что мы сдадим экзамен, и ракушка сдаст экзамен, и мы получим высокие баллы. А еще я хотел бы сказать, что это появление этой ракушки, это на самом деле большое дело. Большое дело, совместное. Как Пермского театра оперы и балета, так и нашего учредителя, Министерства культуры. Потому что без помощи и поддержки мы такую дорогую, весьма дорогую по цене ракушку, хай-класса, мы просто-напросто бы не получили. Об этом слово учредителю. Вячеслав Маркович, прошу. Вы знаете, я очень рад, что зал полон. Вечер, безусловно, сегодня особенный. Но я хочу сказать, да, у меня тоже были слова про акустическую ракушку, там технические характеристики вам рассказать минут на 20. Как ее сделали, как ее собирали, как ее везли в Пермь, до рубля сколько это стоит. Нет, ну знаете, на самом деле, сегодня в этом зале, точнее так, на этой сцене все-таки главное, это не акустическая ракушка, а это замечательный оркестр, который волнуется. Замечательный оркестр, обновленный состав, который с невероятной скоростью набирает обороты. И это сделано для того, чтобы, это техническое решение, чтобы вы, как зрители, могли наслаждаться величайшей музыкой и их мастерством. И слышать каждый раз, когда вы вновь и вновь приходите в театр, как это мастерство растет. Поэтому я хочу пожелать оркестру и дирижеру ни пуха ни пера, а вам замечательного вечера. Блестящего концерта. Спасибо. Бетховен. Бетховен. Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели до мажор, опус 56. Солисты: Филипп Копачевский, фортепиано, Андрей Баранов, скрипка, Алексей Жилин, виолончель. Симфонический оркестр театра, дирижер Артем Абашев.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
прекрасная вещь. Очень важная для нас и для оркестра. Сейчас мы бы хотели исполнить фрагмент из первого трио Мендельсона. Thank you.
Брамс, симфония номер 1 до минор, опус 68.
Thank you.
Друзья, я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием. Я хотел бы поблагодарить наш оркестр за замечательный вечер. И маэстро, конечно же, за его блестящую работу. Но я хотел бы сказать еще об одной знаковой вещи. Есть два человека, которых мы сегодня не вспомнили, но благодаря которым эта ракушка, собственно говоря, и появилась. Точно так же в значительной степени появился этот коллектив, который играл сейчас перед вами. Один человек — это прославленный дирижер. Другой человек — это известный политик. И ни того, ни другого в Перми уже нет. И пусть этот концерт, он будет посвящен и им в том числе.